Наверняка нет ничего лучше на завтрак, чем горячая лепешка, инжир и зеленый чай. А если этот процесс происходит под кроной зеленых смоковниц под классическую музыку, то еще прекрасней. Именно так началось сегодня утром многих самаркандцев. В одном из древних садов Амира Тимура в Махалле Багибалянд прошел фестиваль инжира. Под сенью плодовых деревьев были накрыты столы с главным угощением – инжиром и особенным чаем, пропитанным дымком. Руководители областной и городской администрации, представители широкой общественности, жители и гости Самарканда отведали плоды урожая 4 фермерских хозяйств. Здесь на порядка 40 гектарах земли работают около 60 семей, которые за небольшой период собирают по несколько раз урожай инжира разных сортов. Каждое дерево в среднем дает от 50 до 100 килограммов за сезон. Участники фестиваля смогли не только оценить вкус и качество смоковницы, но и пообщаться с фермерами и прогуляться по инжировым плантациям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.